Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я готовлю мраморный кекс. Ты сам будешь его готовить? Ну да. Ты сам прочитал рецепт? Все понял, что нужно делать? Начнем? Берем яйца. 2 яйца. Угу, разбивай только чашку. Не-не-не. Яйцо куда-то пропало. А, вот оно. О, можно вылить оттуда. Сбиваем ракушку. На всю скорость. Ага. Нет, можно побольше. Стой. Добавляем сметану, сюда же к яйцам и сахар, 200 миллилитров. В день? Ой, 250. 250. Так, продолжай, размешивай. Берем и перемешиваем уже в другой сторону. Соли. Пол чайной ложки. И перемешиваем. Давай, перемешиваем. Так, сможешь стакан муки отмерить? Или мне отмерить? Смогу, там 1 стакан муки. Давай, мам, туда добавляй. Я туда. Хочу. Илюшка, сейчас высыпь, пока не включай. Илюш, высыпай. Все? Все. Все, конечно же. Так, сколько еще? Теперь мы вот так немножко ее туда засунем, чтобы она не разбилась. Потихоньку, на маленькую скорость, да. Больше половины стакана. Так вот. Высыпаем муку, но не всю. Половину примерно. Еще. Сейчас мы будем смотреть. Так. Далее. Маленькую чайную ложечку соды. Крашеного уксуса. Вот такая. Так. И оставшуюся... Но вы можете использовать другую, если у вас есть. И оставшуюся муку макушка сыпать. И усыпаем оставшуюся муку прямо на уксус. Получилось почти 2 стакана муки. И перемешиваем. Давай перемешиваем. Сейчас надо загустить. Угу. Сама говорила. Да, давай. А теперь забываем. Очень верно. Не забывайте, что надо сначала перемешать, прежде чем крутить. Так, теперь форму любую, какая у вас есть. Смазываем маслом немного. Ну, вы можете взять тарелку и налить туда масло и размазывать. Но лучше делать именно вот так. А так можно сделать все жирнее. Пирог должен быть большой, так что замазываем все тщательно края. Примерно половину бывает. Примерно у нас даже не хватает. Так, все, надо убрать. Нет. Вот так, ложку. Вот.
эту половину белую добавляем в ванилин. Угу. Так, перемешиваем, хорошо? Достаточно. Все. Так, перемешал. Теперь в оставшуюся часть добавляем 2 столовые ложки какао. Можно больше, по вкусу. Добавляем. Раз. Два. Давай еще одну. Перемешиваем. Что-то... Хорошо, аккуратно, чтобы оно не было. Знаете, почему мы отсидим? Это будет нижний слой, а потом это верхний слой. Тесто получилось достаточно густое, и вот так вот у нас осталось на миксере. Поэтому дадим ему время, чтобы оно стекло в чашку, и будем выкладывать на первую половину. Ну вот, тесто наше готово, вторая часть. Маркуш, теперь мы его выкладываем сюда. Это потому что мы сильно любим какао и добавили, наверное, многовато какао. Загустить эту штуку. Распределять ее очень трудно. Что ее слишком... Она толстая. Пытаться сделать его мраморным. Давай вот так поделаем. А что такое мрамор? Ну, мраморный, это значит такой вот смешанный белый с чух. Ставим выпекаться в духовку на 180 градусов минут на 20-25. В зависимости от духовки. Будем смотреть по готовности. И делаем глазурь для нашего кекса. 2 столовые ложки сметаны, 2 столовые ложки сахара. Накладываем. И 2 ложки какао. Сейчас давай вот это попробуем высыпать. Давайте помогу. Я сам. Перемешиваем. Перемешиваем. Ну вот, наш пирог готов. Здесь наш повар немножко уже попробовал. С краю. Вкусно? Теперь поливаем его, не пирог, а кекс же у нас, поливаем его глазурью. Глазурь у нас очень вкусная, так же как и сгущенка, только сгущенка была бы вкуснее. Ты вот так размазывай ложечкой. Угу. Не-не-не, все не надо, а то она сейчас все мимо пойдет. Ну вот, мы его смазали глазурью, теперь разрежем. Так, здесь еще не прорезали. Опля. Этот кекс получился слишком быстрым. Оп. Ну вот такой бело-коричневый кекс у нас получился. Сейчас будем пробовать. Так, сейчас всем тарелочки возьмем, Маркуша будет раскладывать. Очень вкусный кекс, приятного всем аппетита!